Вы знали, что это лаунчер хуйня? Он собирает ваши личные данные и продает их за деньги, проводит DDoS-атаки своих конкурентов, с компьютеров его недумающих пользователей. Вы же уже наверняка даже видели, как он удаляет добавленные вами же сервера и подменяет их на собственные. Или же как его защитники за деньги выдумывают факты для его защиты и избегают реальные доказательства. Задумайтесь, неужели вы готовы доверить свою безопасность, деньги и личные данные себя и своих родственников людям, которые слепо банят всех, кто начинает думать и пишет правду о их компании? Задумайтесь. Всем привет, друзья! Я все еще с вами. И сегодня в этом ролике я предоставлю вам окончательные, бесспорные доказательства сбора ваших личных данных и кражи аккаунтов, подкупа мнений известных ютуберов и накрутки дизлайков с негативными комментариями, а также обмана миллионов игроков ради отмытия грязной репутации самого паршивого лаунчера, которому вы ранее бездумно верили. Мы с вами рассмотрим причины блокировки сайтов этого лаунчера в известнейших антивирусах и поисковых системах, и увидим, как авторы самого грязного лаунчера собирают ваши пароли и занимаются спам-рассылками через аккаунты своих же ничего не подозревающих игроков. Заметим, как они спалились в DDoS-атаках в своей же статье, а также как они постоянно путаются в своей лжи в погоне за сохранением миллионных доходов за счет обмана. Данный ролик поставит в этом точку и докажет, как блогеры, которые сейчас за деньги защищают запятнанную репутацию DDoS-лаунчера, продают свою аудиторию и манипулируют вашим личным мнением. Пожалуйста, просмотрите этот ролик от начала до конца и помогите мне с его распространением везде, где только можно, поскольку, к нашему сожалению, некоторые игроки Minecraft до сих пор отказываются думать и не хотят сомневаться и проверять факты, просто слепо доверяя безосновательным продажным мнениям ютуберов, которые за деньги готовы продать вас и защищать миллионные мошеннические схемы DDoS-лаунчера. И в самом начале хотелось бы отметить, как владельцы DDoS-лаунчера прямо сейчас борются с мыслящими игроками и моментально удаляют все ваши просьбы не уходить от ответа и ответить за свои действия, которые они продолжают творить, пользуясь вами и вашим доверием. Ну а в то же время давайте обратим внимание на то, как их продажные защитники намеренно избегают фактов, в то время как их владельцы при помощи ваших же аккаунтов продолжают заниматься массовой рассылкой спама и комментариев в свою защиту, накручивая дизлайки всем несогласным и угрожая блокировкой групп и страйками каналов, которые рассказывают правду. А для того, чтобы вы самостоятельно смогли убедиться в грязном подходе DDoS-лаунчера, я советую вам лично задать один из следующих вопросов, после которых вас, как и любого другого мыслящего человека, сразу же добавят в черный список как в группе DDoS-лаунчера, так и у вашего любимого ти-блогера. Полный список из более чем 20 вопросов будет ждать вас в описании. Ну а для начала стоит спросить у них, почему в 2013 году они отжали данный лаунчер и его название у настоящего создателя Артура Турикхея и создают прямо сейчас фейковые сайты под видом оригинального DDoS-лаунчера Legacy. Узнаете, для чего они удаляют все отзывы из групп и со страницы менеджера о реальных условиях сотрудничества для владельцев серверов и по какой причине их фишинговый сайт ruminecraft.org вследствие переименованный в roem.org находится в черном списке всех поисковых систем и антивирусов, заслуженные ими после многократной модификации системных файлов своих же игроков DDoS-лаунчера в 2014-м. А также заодно уточните, зачем в свое время они, пользуясь монополией, заблокировали даже лаунчер Террарии. Да-да, они заблокировали Террария, блин, лаунчер, заявив, что тот относился к ним
без должного уважения. Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу. Ты даже не назвал меня крестным отцом. Тут также выяснилось, что они, по своей же глупости, сами доказали факт постоянного DDoS'а с ваших компьютеров и рассказали в своей же статье, вместе с тем, какой у них классный лаунчер, показав на скриншоте, как они производят DDoS-атаки с компьютеров своих же игроков. В статье, кстати, они DDoS'ли сервера хостинга Cloud 3, на которых по подозрительно странному совпадению находятся сервера проектов YMMC, которые еще недавно отказалась им выплачивать 80% от своей прибыли. Ну а тем временем на вирус Тотали, что я уже показал вам в прошлой части, они вообще сканируют абсолютно другой файл под видом своего же лаунчера. И прежде чем мы перейдем к расценкам на мнение его защитников, для начала мы рассмотрим, как столь известный лаунчер ворует ваши личные данные во время ваших игр и ежеминутно собирает всю введенную вами информацию с клавиатуры. А для того, чтобы в этом убедиться, мы прямо сейчас отправимся в папку с установленной вашей игрой, в которой располагается полная копия всего, что вы вводили, и по неясной нам причине, именно с этим файлом во время игры взаимодействует тдаунчер, который зачем-то постоянно отсылает вашу личную информацию в зашифрованном от вас же виде на свои сервера. А в отсылаемых файлах, к слову, хранятся все ваши личные данные из игровых чатов, в том числе и пароли, и логины, и почты, которые, как я думаю, вы бы не хотели доверять этим мошенникам. И вы, кстати, можете и сами увидеть посылаемую тдаунчером информацию, просто рассмотрев исходящие подключения вашего компьютера, в которых по случайному стечению обстоятельств тлаунчер на свой сервер высылает переменную клиент, которая бонусом в зашифрованном виде наверняка и содержит замечательные отсеянные логины и пароли, которые вы ему по глупости доверили. А заодно тут также оказалось, что тлаунчер еще и проводит слежку за каждым из своих игроков, выдавая при установке уникальный номер своим пользователям и далее собирая их личную информацию и следя за их действиями, отправляя все самые ценные данные к себе на сервера. И если сейчас наверняка его админы хотят уже сказать, что данный скриншот создан в фотошопе, я вам не верю, то мы их немножечко огорчим. Ведь вы прямо сейчас можете самостоятельно скачать любой сетевой снифер, к примеру, Wireshark, и убедиться, как тлаунчер, которому вы верили, постоянно прямо сейчас отсылает на свои сервера вашу личную информацию. И также вы можете самостоятельно потратить несколько тысяч рублей и купить сотню аккаунтов с возможностью смены пароля, а затем просто ввести их в него, и уже менее чем через день вы увидите, как более половины из этих аккаунтов перестанет работать. Да, даже учитывая то, что ранее эта половина могла работать у вас месяцами без каких-либо проблем. Весь тдаунчер уже более 4 лет откровенно врет вам и считает своих игроков баранами, которые не способны взять и понять, что постоянные поломки официальных лицензий продолжаются отнюдь не потому, что их кто-то взламывает, а лишь потому, что они самостоятельно доверяют свои же данные с той сомнительному лаунчеру и одновременно с этим продолжают доверять ему и пользоваться. И судя по всему, некоторые из них будут верить ему всегда. Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Сегодня они безнаказанно воруют ваши пароли. Завтра данные кредитных карт ваших родителей. Что же будет дальше, решать только вам. Ну а теперь перейдем к самому сладенькому. Ведь сейчас мы вместе рассмотрим, как за последние несколько недель под нашими роликами с реальными доказательствами владельцы тлаунчера сами подписали себе смертный приговор и подтвердили их значение и значение предоставленных доказательств, занявшись массовой рассылкой спама в комментариях и накруткой дизлайков для создания видео
видимости глупых пользователей, которые пропускают все мимо ушей, в том числе и явные факты обмана и реальные доказательства, и не думая, якобы защищают их донный лаунчер. Перед вами сейчас, кстати, находится несколько сотен однообразных накрученных комментариев, которые наши богатые друзья даже не удосужились придумать, и бонусом к ним стоит также отметить тысячи купленных дизлайков, которые ставятся ботами, которые благодаря активной работе техподдержки Ютуба ежедневно списываются, за что им огромное спасибо. Ну а действия даунов и стедаунчера лишь еще раз подтверждают их замечательное название и то, как же низко можно пасть в защите ложных идеалов и в попытках отмыть свои нечестно заработанные деньги и самих же себя от своих грязных поступков. Кстати, стоит также отметить, что авторы Т-лаунчера одновременно накручивают еще и свои просмотры ради визуального обмана своих зрителей. И вы также можете это проверить, поскольку на всех их 100-тысячных роликах можно заметить крайне малое количество комментариев и лайков. При том, что все эти просмотры и лайки каждый день еще и списываются Ютубом. Ну, впрочем, ладно, давайте же пропустим эти факты. И все же допустим, что ваши любимые ютуберы, которые уже успели продать свою совесть и сняли ролики в защиту Т-лаунчера, не продавали своих мнений, и все бы было хорошо, если бы им за это мнение в открытую не платила администрация Т-лаунчера, поскольку, как оказалось, что помимо угроз и удаления несогласных серверов у пользователей лаунчера, по опять-таки случайным обстоятельствам, в рекламе у игроков оказываются сервера защитников NoLauncher, а один из них даже откровенно в этом признается и прислал нам переписку с условиями сотрудничества с T-Launcher, который щедро оплатил проданное мнение. Кстати, в описании будет ссылка на весь черный список серверов с их же официального сервера, и вы сможете самостоятельно насладиться, как T-Launcher за вас решает и удаляет все сервера из этого списка. И даже тут все было бы хорошо, если бы легенда Т-лаунчера о реальной борьбе с опасными серверами в реальности не выглядела бы как шантаж и угрозы владельцам серверов с целью получения материальной прибыли и наслаждения, пользуясь своей монополией. Заодно, кстати, хочется рассказать вам, почему я практически не использую оригинальное украденное имя у Артура Торикхея название. Ведь я рассказываю о некотором Т-даунчере, и, вероятно, не все из вас еще слышали о массовой блокировке и страйках, которыми Т-даунчер награждает всех тех, кто решает рассказать правду о его лаунчере и использует торговый знак в виде оригинального названия Т-даунчер. Так что теперь, участвуя вместе с нами в борьбе с этой корпорацией, вы и сами понимаете, почему умники из Т-даунчера обрекли себя на столь подходящую для них опечатку в этом названии. А дополнительно всем стоит заметить, как по какой-то мистической причине все защитники Т-даунчера избегают мои прошлые два ролика вместе с фактами, и вместо их рассмотрения и рассмотрения самих фактов просят вас их не смотреть, а сами выдумывают факты и цепляются к моему ролику вместе с анонсом, говоря, что там-то нету фактов, избегая реальные доказательства и опять-таки видео, где я, в отличие от них, не перехожу на личности и могу вполне конкретно показать вам реальные факты и доказать факты манипуляции и обмана с их стороны, со стороны Т-даунчера, который уже довольно давно не может ничего из этого опровергнуть, в то же время, как его продажные блогеры постоянно оправдывают обман и при этом постоянно пытаются вам выдать автоудаление ваших серверов и добавление левых проектов к вам в списке, как новую, секретную, скрытую от вас фишку. Они просто в автодобавлении. Это неправильно, я согласен. Но они просто автодобавляют. И знаете, я был очень рад, что они вдруг решили удалять абсолютно все комментарии, которые не согласны с мнением купленных блогеров, и в которых вы просили их рассмотреть мои факты и доказательства, а не просто молоть языком, ссылаясь на личный опыт, и, наконец, разобрать конкретные реальные пруфы,
и факты против использования столь грязного и паршивого лаунчера, который вместо реального разбора просто выдумывает истории и пытается ими прикрыться. И сейчас, раз уж мы дошли до продажных разоблачителей, то в дополнение рассмотрим одного полумиллионного защитника с ником Безобразие, который за свой гонорар еще и решил выдумать для подкрепления своих слов несколько фактов и, угрожая мне страйком в случае разбора его ролика и намеренно пропустив суть моего стрима, к которому он придрался и на котором я в благодарность за новые факты от МС-лаунчера подводил итоги их конкурса, проигнорировал факт недоступности для меня админских возможностей в группе этого лаунчера, громко объявил меня администратором, намеренно выдумал факты по просьбе заказчиков ролика. Ссылку на этот стрим, в отличие от него, я оставлю в описании, чтобы вы самостоятельно могли убедиться в том, как безобразные защитники Т-даунчера вводят вас в заблуждение и придумывают факты. А также вы можете заметить, что на этом стриме мне выдали редактора, для того, чтобы я просто мог запостить список победителей, которых мы как раз таки и выбрали на самом стриме. И продолжая разбирать нашего безобразного разоблачителя, стоит также отметить, как он еще и решил утвердить себя и свои слова, заявив о том, что, мол, я когда-то сказал, что мне платит МС-лаунчер, так и не предоставив ни мне, ни вам, ни единого доказательства того, что я в априори сказать просто-напросто не мог. Ведь ни денег, ни рекламы от этого лаунчера я не получал. И стараюсь для вас, ради вашей же безопасности, решил открыть вам глаза на то, что вас уже 4 года этот лаунчер обворовывает и нагло открыто врет всем своим игрокам. А тем временем вы видите его конвульсии и попытки прикрыться выдуманными фактами ради того, чтобы просто не потерять свои миллионные обороты. Ну что же, наслаждаемся их похоронами. Ну а сейчас, видя, как Т-даунчерсы сами выкопали себе могилу и постоянно выдумывают себе оправдания к схемам обмана игроков, блокируют всех несогласных и борются с правдой, я вас очень прошу, чтобы вы всегда самостоятельно проверяли факты и прекратили верить влажным фантазиям его продажных защитников. И если вы сами рассмотрите эти реальные факты, которые я, кстати, оставлю для вас в описании, и там вы сможете найти еще больше интересных схем заработка на доверчивых игроках, и видя которые, Т-лаунчер не может их опровергнуть, вы сможете наслаждаться тем, как его защитники всячески придумывают свои личные истории для подкрепления своей безоговорочной лжи. Стоит отметить, что столь грязные методы манипуляции и подтасовки фактов лишь еще раз подтверждают то, что эти люди не готовы меняться и пойдут на все ради сохранения своих колоссальных доходов, построенных на мошенничестве и обмане своих игроков, вас и своей аудитории. Надеюсь, что теперь вы задумаетесь и будете самостоятельно проверять все выдуманные ими факты. Еще раз убедитесь, что правда на нашей стороне. И, конечно же, я надеюсь, что вы поможете в борьбе против этой корпорации. Ведь вместе мы сможем похоронить Т-даунчер в яму истории. Я буду вам очень благодарен, если вы поможете распространить данный ролик, сделав репост и отправите его всем, кто еще не знает правды и пользуется этим лаунчером, либо же просто сомневался в том, кто же в этой ситуации прав, и поверил безобразным попыткам подтасовать реальные факты и выдумать новые для манипуляции вашим личным мнением. Очень надеюсь, что после этого ролика вы задумаетесь над тем, кому же вы доверяли свои личные данные и ценную информацию. И даже, вероятно, отдали не один десяток своих аккаунтов. И прямо сейчас отпишитесь от блогеров, которые продали свое продажное дешевое мнение Т-лаунчеру и избегают реальных фактов и разбора настоящих доказательств, выдумывая на их место новые сказки. В описании, как всегда, будут ссылки на статьи, которые позволят вам еще подробнее изучить ситуацию и рассмотреть схемы обмана людей и совершенно не думающих детей, которые поверили популярным блогерам и качали распиаренный опасный лаунчер. И благодаря ним вы сейчас сможете убедиться в том, как же мерзко вас обманывают сторонники Т-даунчера. И заодно
вы сможете увидеть новые факты, заготовленные для следующей части подробного разбора самой крупной махинации в истории нашей любимой игры. Там же останется сохраненная копия сайтов, которые в свое время были удалены Делаунчером ради сокрытия правды, и которые прекрасно демонстрируют вам их грязное прошлое и не менее мерзкое настоящее. Также в описании вы сможете еще и найти ссылку на сайт Доктора Веба для проверки опасных сайтов Делаунчера, которые опять-таки по странному стечению обстоятельств известный отечественный антивирус считает для вас опасными. А также помимо этих ссылок там будет располагаться еще и мой стрим и ссылки на мои прошлые видео, в которых я уже разбирал полученные личные угрозы и страйки от этих мерзких людей. Так что распространяйте данный ролик репостами, перезаливайте это видео и обязательно используйте официальные хэштеги Делаунчера, чтобы как можно больше недумающих игроков узнали правду. И опять-таки, вы также можете зайти на мою страницу ВКонтакте, где на стенке я периодически публикую новые доказательства о том, как вас постоянно обманывает Делаунчер. Спасибо вам за ваше доверие, и надеюсь, что вместе мы сможем исправить этот мир к лучшему. Думайте и не дайте себя обмануть.